уважаемые читатели моих книг и любители моих маленьких роликов. У меня здесь несколько объявлений и несколько пояснений. Ну, во-первых, на сайте издательства «Веди» долгое время, где-то недели полторы-две, висел ролик о том, что я буду выступать в Иннополисе в городе Казани. Значит, объявляю о том, что, к сожалению, по техническим причинам я там участвовать не смогу. И моей лекции на конференции, которая называется «Стачка», не будет. Там есть большие технические проблемы, с моей точки зрения, с мебелью. Значит, это первое объявление, поэтому я приношу свои извинения перед читателями, которые хотели приехать и послушать мою лекцию в Казани. К сожалению, от меня это не зависит. Я надеюсь, что будут какие-то другие выступления, о которых я вас проинформирую заранее. Это первое объявление. Теперь второе. Я буду в ближайшее время выступать в рамках встречи с читателями по инициативе интернет-канала «День ТВ». Это будет происходить в библиотеке Ключевского, соответственно, на Таганке. Но там предварительная запись, поскольку помещение небольшое, и не все могут туда попасть. Но отчет об этой деятельности, как вы понимаете, соответственно, будет на сайте издательства «Веди», да и непосредственно на сайте интернет-канала «День ТВ». Так что вы можете с этим ознакомиться впоследствии, если вам не удастся попасть в библиотеку Ключевского. Есть еще одна новость, которая, как мне кажется, будет достаточно приятна для любителей моих, в том числе и фотографических, и научных всяких поисков. Дело в том, что в этом году впервые был объединен художественный подход к самым разнообразным, решениям научных проблем и непосредственно наук. В этом году уже напечатан и скоро поступит в продажу новый календарь, который носит название «Микроскопические забавы». То есть вот он так выглядит. Этот календарь весь полностью посвящен, на 2020 год посвящен, собственно говоря, микроскопическим картинам. То есть он весь составлен как микроскопические изображения, которые, собственно говоря, я вижу регулярно в микроскоп. Иногда это очень завлекательно. Ну, например, вот такие изображения, которые в данном случае у нас сфотографировано и вставлено в календарь непосредственный срез через миногу. Это позвонок миноги. Ну и здесь дополнены вот эти картинки моими всякими высказываниями, которые мои добрые поклонники иногда выдергивают из всяких интервью или моих комментариев. Поэтому календарь, хотя и микроскопический, но, во-первых, достаточно веселенький, то есть здесь много картинок и достаточно забавных, так и вполне содержательных, чтобы люди, никогда не смотревшие в микроскоп, даже в такой, могли бы познакомиться, а чем там смотрят эти безумные ученые, чем они так увлекаются. Эти увлечения интересные, поскольку действительно микроскопическое строение очень сложно и завлекательно. Поэтому и название «Микроскопические забавы» – я такой перекрест книжкам еще 17 века, когда и 18-го, когда эта наука только зарождалась. Так что, если вы захотите приобрести такой календарь, он должен поступить в продажу в Московский дом книги. Это пока единственный книжный магазин, в котором он будет продаваться. И быстрее всего от юридических лиц можно присылать заявки в издательство. В связи с инновационными заботами о малом бизнесе издательство пока не может распространять среди частных лиц свою продукцию, поэтому только через юрлиц. Так что, уважаемые господа, приношу еще раз извинения за мое отсутствие под Казанью в Иннополисе и надеюсь, что какие-то другие встречи, в том числе и в библиотеке имени Ключевского, они скрасят
эту катастрофу и извинят меня за то, что я вас ввел в заблуждение. На этом до свидания. Я надеюсь на новые встречи.